Смотрите, я от страха весь вспотел. Мне кажется, ты уписался от страху. Да, папася? Папася? Бублик! Меня куда-то ведут! Неужели в процедурный кабинет? Куда вы меня тащите? Ти-ти-ти-ти! Собаки добрые, помогите! Сейчас со мной будут делать страшные вещи! О нет, меня поставили на какую-то ужасную страшную штуку! Это весы, пенсия. А, весы? Точно? Ну ладно. В принципе, не так уж тут и страшно в этом процедурном кабинете. Что вы там делаете? Вы зачем мне в бок синей лампочкой светите? Себе куда-нибудь посветите, а мне не надо. Зачем ты мне палку в нос запихиваешь? Сама себе куда-нибудь палку запихивай, извращенка. Зачем в глаз мне лезть? Не, ну это не ветеринары, это изверги какие-то. Эх, надо было раньше отсюда текать. Было же столько зловещих предзнаменований. О нет, опять этот дурацкий колпак. Только не это. Косята, спасайте меня скорее из рук этих ветеринаров. Я же абсолютно здоров. Я же сейчас в нем буду выглядеть как придурок, а не как грозный волк.